Неизвестный художник. Наполеон на охоте в Компьенском лесу. Произведение известного французского художника Карла Верне является копией его полотна «Наполеон на охоте в Компьенском лесу» 1811 года. Было исполнено в мастерской самим художником и его учениками. Карл Верне – талантливый живописец, рисовальщик и литограф. Работал в Париже и Риме. Был членом Королевской академии художеств. Блестящий наездник, он мастерски изображал лошадей и охотничьи сцены. Писал конные портреты. Верне исполнил ряд исторических и батальных композиций, прославляющих Наполеона I. В мастерской художника Карла Верне было выполнено две копии этого произведения. Одна хранится в Версале, Франция, другая в коллекции нашего музея. Картина принадлежит к серии работ, изображающих выезд Наполеона в сопровождении его второй жены Марии Луизы и многочисленной свиты на охоту в Компьенский лес, расположенный в 65 километрах к северо-востоку от Парижа. Изображен момент охоты Наполеона на оленя, предварительно загнанного егерями в западню. Хотя Наполеон и не любил охоту, но участвовал в ней, пользуясь положенными императору привилегиями и выполняя требования придворного этикета.